Сегодня с признаками острой кишечной инфекции после употребления шаурмы к врачам обратился еще 21 человек. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 54. Среди них 12 детей. Врачи говорят, состояние здоровья пациентов сейчас средней тяжести. У них наблюдается высокая температура, постоянная рвота, диарея. Несколько человек госпитализировали. Как только начали поступать первые сообщения об отравлениях, проверку начали сотрудники Роспотребнадзора. Накануне они взяли пробы на лабораторные исследования в трех точках общепита. Это заведение, где купили шаурму первые пострадавшие. Предварительным результатом лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла группы D. Также в рамках санэпидрасследования установлено две новых точки общественного питания, где пострадавшие приобретали шаурму и употребляли, соответственно. Таким образом, в настоящий момент в отношении 5 объектов общественного питания проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Специалисты уже выяснили, 3 точки общепита, в которых пострадавшие покупали шаурму, принадлежат одному индивидуальному предпринимателю. По факту массового отравления следком возбудил уголовное дело. В качестве одной из версий следствием рассматривается использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Проверочные мероприятия сейчас проводит и прокуратура. К работе подключилось региональное управление Россельхознадзора. Пищевая продукция в выявленных точках общественного питания полностью снята с реализации. Опрошены лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность по продаже продукции быстрого приготовления.